На прогулку фермера вышли сотрудники колонии и бойцы спецназа. На Первоуральской базе управления по конвоированию состоялись региональные соревнования по силовому многоборью. За звание самых сильных боролись 25 команд Свердловской области. Самая напряженная борьба разгорелась в состязаниях с названием «Прогулка фермера». Спортсмены соревновались в том, кто быстрее преодолеет дистанцию, держа в руках две штанги. Померились силами в окантовке покрышек, где в качестве снаряда используется колесо от мощного трактора. Также прошли и традиционные силовые соревнования по жиму штанги и сгибанию подков. В итоге убедительную победу одержала команда бойцов отряда спецназначения из Первоуральска.